Итак, мы имеем No Man's Sky, третий день в игре, космолет у нас, планета хрен знает какая, холодная, судя по всему, есть задание слетать на Атлас и локально какое-то задание монолитное. Ну, первое, что сетевой режим таки отсутствует, все, что у нас есть, это в настройках, здесь. В открытиях, соответственно, это сохранить свой прогресс на какой-то сервер сетевой. То есть наводим, что сохранить, нажимаем E, и оно становится зеленым. Чёрта мне там надо, я даже примерно не подскажу. Ну что ж, побродим тут, слетаем на Атлас. И, в общем-то, тут делать нечего. На всех планетах все одно и то же. То есть такая вот умная херня, летишь отметки, там может быть база, может быть еще что-то. Уровни температуры стабилизируются. Ну, ценного ничего, строить ничего нельзя также. Чертежи одни и те же. Задания одни и те же, но начиная с какого-то этапа у нас уже нет возможности повторно отвечать на вопросы. То есть все, на все дается только одна попытка. Это все отличие от начала первого дня. Большое разнообразие инопланетяне при первой встрече с каждым, как бы такой мини-игра, где надо выбрать один из вариантов ответа. Один вариант — это у вас уменьшается репутация, но дается что-то полезное. Другой вариант — это полезное не дается, но увеличивается репутация. То есть, чтобы вы не выбрали, у вас будет какая-то там реакция. Если у вас в наличии, соответственно, ну, иногда требуется там определенный материал, если он есть. Ну, я расцениваю передачу оружия под запись как провокация, на которую потом мне чего угодно могут пришить, блин. Технологии, да. Наверное, правильно. Так, ну, сохранение здесь дурное, то есть либо вот на этой хрени нажать,
либо из корабля зайти в них. Я не думаю, что это улучшит игровой процесс, потому что тебе уже все одно и то же в разных комбинациях. Ну и что осталось? Какой-то опять квест начнет. Для тех, кто не понимает сути этой загадки, здесь последовательность цифр надо следующую угадать. Здесь явно видно, что цифра сдвигается влево, последняя цифра переносится вправо. То есть, получается, последняя сдвигается влево, и будет следующая начинаться с 0,59. Нет, в другую сторону. Уже 4 метки, так что должно быть 4. Это разбившийся корабль, который можно поменять на свой. Причем деньги не возвращаются, если он хуже. Старый корабль становится на планете, если меняем заброшенным. Долетел до этой планеты, у меня запаса 0, блин. И я тут пешком бегал. Причем на острове на какой-то искал хотя бы крокотулечку, чтобы собрать.
так перебросить космолет, если там есть место для X. Это я вообще даже не знаю зачем. Все эти разные предметы, которые уже собраны, часть из них случайно в разговоре, случайным образом будут потребоваться этому персонажу, ну, неписью, который на базе, там еще где-то, и он, скажем, за вот этот объект, то есть вот именно эта раса, например, они за кинжалы могут дать в подарок какую-то технологию. Весь процесс вот так вот чёлкнул и зарядил всё. Технология заряжена. Технология заряжена. Технология заряжена. Так что увлекательно, шо сраться. Ну, полетели. Руины ближе всего. Разбиться невозможно. То есть пытаюсь корабль наклонить, даже не наклоняется. Можно быстрее, медленнее, но нам сейчас вот эти руины нужны. Здесь важно помнить, что так, мне просто нужен алюминий, и его найти не могу. Кроме всего, вожу оружие. Уровни температуры стабилизируются. Вот здесь задание данного монолита. Опять же, точно так же. Либо либо у меня нету ресурса какого-то. Или простейший вариант, который прям на старте, это просто помощь языком, бесплатно слова. Thank you.
Странно, у меня было еще одно задание. Thank you.
Описанию как так, как реально это будет. Возможно, его можно найти где-то, но я в третий день не играю, не встречал. Платина. Ой, вот эти штуки очень дорогие, но за них сразу вылетает. Охрана. Придется даже взять Нет свободных ячеек.
Технология заряжена. Технология заряжена. В общем, сногсшибательный сюжет, взаимодействие. Поскольку здесь, скорее всего, известная технология, да, известная издание, никогда не знаю, как это. Уровни температуры стабилизируются. Животных можно, в принципе, убить, получить. Тоже вещество, что есть основного на планете составляющих. Птиц сканировать у меня не получилось. Почему я летаю по базам? Сейчас уже как бы уровни температуры
стабилизируется. Так, насколько я понял, одновременно и построек вот этой штучки, которая лечит количество ячеек, убивает. Это неправда. Ну, то есть, либо одно, либо другое.
Больше ни на что не нужно. Посмотрим. Заброшенный корабль 48, все повреждено. Ну, здесь видно по вот этим кругам. У меня оружие лучше, щиты лучше. Больше там хрена. Плюс к тому корабль раз всего надо будет остановить. Не понял, мне еще что-то раз предлагают. Это интересно. Ну, судя по всему, за второй дали только так.
так и есть. Просто получилось, что во время полета у нас переключился сканер, не сканер, радар, блин, на другой корабль, поэтому развернулись. В общем-то, если это не алюминий. То, в общем-то, вот вся игра вот такая.